Фольклорная программа «Святочная вечера» началась с колядок, которые исполнили все солисты ансамбля «Забава». В концерте приняли участие и самые маленькие артисты, которые только делают первые шаги на сцене, и те, за плечами которых уже несколько десятков выступлений. Святки традиционно ассоциируются с гаданиями. И, конечно, праздник в Чайке был бы неполным без этого обряда. Гости вечера с удовольствием приняли участие в самом простом предсказании будущего. Одним выпала новая любовь, другим – сюрпризы. Руководители ансамбля «Забава» вместе со своими подопечными регулярно устраивают фольклорные праздники. Так они изучают русские народные традиции и пополняют репертуар новыми композициями. Возвращение к истокам, то есть воспитание детей в тех русских традициях, на которых росли наши бабушки, наши дедушки. Мамы, папы, бабушки и дедушки не остались просто зрителями. И вместе с детьми они водили хороводы и пели песни. Довольны мероприятием, всегда остаются под впечатлением. Дома еще очень долго поют эти же самые песни, которые они исполняли здесь, в клубе. Мне очень понравилось. Я думаю, что остальным тоже. Святочная вечера стала для воспитанников клуба «Чайка» и их родителей напоминанием о русских традициях. Словно на машине времени они перенеслись на несколько веков назад и увидели, как коротали долгие зимние вечера их предки.